Грамотное и взвешенное поведение в любой чрезвычайной ситуации, умение преодолевать свои страхи и слабости. Этому и многому другому учат ежегодные соревнования, которые проходят в рамках Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». Испытания городского этапа провели на базе 41-й школы и в парке Харинка. Ребятам предстоят две группы испытаний. Одна группа испытаний – это площадка. Они должны показать основы физической подготовки, то есть силовые упражнения выполнить девочки и мальчики. Они покажут знания основ скорой медицинской помощи, первой помощи, и пройдут этап пожарной эстафеты и покажут навыки действия в случае пожара. За звание лучших в городе решили побороться 8 команд школьников. Младшая группа 13-14 лет, старшая 15-16 лет. Учащиеся 67-го лицея участвуют в школе безопасности уже третий раз. В прошлом году именно они стали победителями городского этапа. В парке Харинка пролегает маршрут выживания. Здесь придется изрядно побегать и продемонстрировать знания основ безопасности жизнедеятельности. Самое сложное, на мой взгляд, выдержать дистанцию. То есть, например, можно сначала начать бежать быстро, а потом к середине, в конце ты можешь уже начать выдыхаться. Вот, приходится поддерживать, искать себе какие-то силы, чтобы продолжать двигаться дальше. Команда для областных соревнований «Младшие и старшие» будет собрана из числа победителей и призеров. Региональные состязания будут гораздо сложнее и займут 3 дня. Областной этап запланирован на май следующего года. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.